вору в законе Надиру Салифову, известному как Гули, разрешили принимать гостей в квартире в Баку. Об этом сообщает сайт Минвал. По данным издания, Гули находится под домашним арестом. Кроме того, за ним постоянно следят полицейские, не только чтобы не допустить его побега, но и предотвратить возможные покушения на влиятельного законника. Согласно последней информации, к нему пускают только очень ограниченный круг людей из его близкого окружения. В начале месяца Турция экстрадировала 46-летнего законника в Азербайджан. Таким образом, на свободе законник провел чуть больше года. В октябре 2017-го он был освобожден из азербайджанской колонии после 22-летнего заключения и сразу же уехал из страны сначала в Грузию, а затем в Турцию. На тот момент в МВД Азербайджана претензий к Гули не было. Однако летом 2018 года власти Азербайджана стали требовать выдачи Гули, который формально даже не является гражданином страны. Гули посадили в 1995 году с советским паспортом на руках, а местом его рождения значится грузинский город Дманиси. Отметим, что выдачи законника требовала и российская сторона. В конце прошлого года Пресненский суд Москвы и районный суд Самары заочно арестовали Салифова по обвинению в похищении человека, статья 126 Уголовный кодекс Российской Федерации, и вымогательстве, статья 163 Уголовный кодекс Российской Федерации. Как сообщает ura.ru со ссылкой на неких экспертов, требование азербайджанских правоохранителей выдачи Гули могло быть связано именно с запросом России, который Турция по политическим причинам выполнять не хотела. Теперь же благодаря посреднику в виде Азербайджана не исключено, что он может оказаться и в руках российских силовиков. Учитывая, что Салифов является одним из влиятельнейших криминальных авторитетов на постсоветском пространстве, его помещение в российскую тюрьму может спровоцировать новую криминальную войну. Тем более, что ранее законник не признал результаты выборов главного вора страны 54-летнего Олега Шишканова, которые прошли на столичной сходке в августе 2018 года.